Дорогие друзья, поздравляю всех вас с 20-летием компании Adobe. Место для поздравления я выбрал не случайно. Именно здесь, более 20 лет назад, и пришла мысль о создании такого механизма. Это находится рядом с заводом Тольяттинский трансформатор. И здесь раньше была конечная остановка маршруток. Я приезжал сюда практически каждый день, потому что учился в институте неподалеку. В этот день мне хотелось бы в первую очередь поблагодарить людей, которые были в самом начале Adore. Это мой отец Валерий Михайлович Харьков, который и создал первые механизмы автоматических дверей в гараже. В его гараже мы занимались долгими зимними вечерами экспериментами. Помогал во всем и долгое время возглавлял конструкторскую службу нашей компании. Был духовным и идейным наставником все эти годы. Также хочу поблагодарить Юрия Владимировича Налобина, моего партнера, который в то время поддержал идею, предоставил автомобиль и помог развить бизнес и компанию до серьезного уровня. Также хочу поблагодарить весь коллектив компании, поскольку наша компания это является удивительным коллективом единомышленников и увлеченных людей, которые занимаются своим делом. С самого начала развития компании удивительным образом нам сильно везло на сотрудников. Какой бы сотрудник ни приходил в компанию, это был или талант, или гений, или творческий человек. И хочу сказать, что, несмотря на 20-летнюю историю, очень многие сотрудники, пришедшие, по-прежнему работают в нашей компании. И свойство Adore привлекать таланты сохраняется и по сей день. Сегодня хочу поздравить всех сотрудников компании, сказать, что благодаря вашему труду, благодаря вашим талантам и идеям, Adore стал тем, чем он есть на сегодняшний день. Не только руководство компании ценит вас. Вас ценят покупатели нашей продукции, водители и владельцы транспортных средств. Ведь надо понимать, что наша продукция распространилась во всей России и даже далеко за ее пределами. Поэтому поздравляю вас, желаю вам в первую очередь здоровья, везения, успеха и приумножения тех результатов, которые вы уже добились в компании.
Также хочется поздравить и всех наших покупателей, которые долгое время находятся вместе с нами, покупают нашу продукцию, устанавливают, обслуживают ее, делают на нашем продукте бизнес. Хочу вам сказать от души большое спасибо, потому что не было бы вас, не было бы Адора. Мы работаем для вас, для ваших клиентов, для общего комфорта на транспорте. Спасибо вам большое. А самой компании хочу пожелать дальнейшего развития, процветания. 20 лет для компании – это небольшой период. У нас появляются сейчас в партнерах и в клиентах фирмы, которые развивались столетиями. Поэтому 20 лет – это небольшой шаг. И, конечно же, новых и новых успехов. С днем рождения, Адор! С днем рождения, любимая компания! Ура! Говорит и показывает Москва. 02.02.2022 год. Большое событие. Огромный праздник пришел в наш дом. Юбилей компании Адор. С чем я вас, друзья, всех и поздравляю. Дом наш начался с маленького автомобильного бокса. А сегодня мы в современном собственном здании. За это время проделана огромная работа. Десятки тысяч километров автомобильных дорог. Десятки, сотни авиационных рейсов, командировок, бессонных ночей. Десятки, а может быть и сотни решений технических, творческих и так далее. Финансовые кризисы, карантины. Но мы все эти трудности прошли на 5 с плюсом. Так держать. Благодаря нашему профессиональному коллективу, моему компаньону, партнеру Алексею Валерьевичу, только вперед, Адор! Покоряй Россию, покоряй ближнее зарубежье, покоряй весь мир. Мы компания номер один. Всем здоровья, успехов, благополучия. Жму вам руку, обнимаю. Всего самого доброго, новых достижений, успехов, развития. Ура! В этот юбилейный для Адора год, в его 20-летие, я хочу присоединиться к поздравлениям коллег и партнеров и пожелать компании высоких экономических показателей, развития, всемирной известности и высокой оценки партнеров и потребителей продукции. Пусть на много лет вперед Адор останется молодым, амбициозным и прогрессивным. Адор, с днем рождения и с юбилеем! Твоя продукция делает жизнь людей удобней и легче. И самое главное, эта продукция действительно востребована. Желаю Адор еще больших темпов развития, не бояться внедрять в жизнь новые технологии и стать в мире известной компанией, как компания, которая производит современную и качественную продукцию. В начале своей жизни Адор была маленькой, веселой и дружной компанией. Во многом именно дружба, теплая атмосфера и чувство локтя помогают решать сложные технические задачи. Эти факторы формируют среду для развития. Желаю Адор и в будущем оставаться той средой, где рождаются и воплощаются в жизнь новые технологии и идеи. Благодарен Адор за возможность каждый день общаться с уникальными людьми, перед которыми в мире нет ничего невозможного. И в будущем желаю Адору, чтобы он оставался центром притяжения творческих,
творческих личностей и специалистов высочайшего класса. Адор, желаю тебе процветания и успехов. Уважаемые мои коллеги и друзья, сегодня у нас важная дата. Сегодня нашей фирме исполняется 20 лет. Это для любой компании солидный возраст. За эти годы было сделано немало, но хочется сделать еще больше. Наша продукция, пусть и не для широкого рынка потребителей, но она всегда доставляет удобство, безопасность и комфорт для всех тех, кто ей пользуется. Желаю нашей компании сохранять свою высокую репутацию и уверенно продолжать идти по намеченному курсу удачи, целеустремленности и процветания. Пусть все наши идеи будут невероятно успешными. Пусть внутри фирмы царит дружба и понимание, а извне радует поддержка важных для нас людей. Хочу, чтобы каждый сотрудник гордился тем, что работает в нашем коллективе. Адор, с юбилеем тебя! Уважаемые коллеги, друзья, уважаемый наш директор нашей фирмы Алексей Валерьевич, разрешите вас поздравить с замечательным праздником, который сегодня мы будем отмечать. Это день рождения нашей фирмы «Адор». Сегодня нашей фирме исполняется 20 лет. 20 лет – это достаточно большой срок для существования данной организации. Что бы хотелось пожелать нам в этот знаменательный день? Ну, в первую очередь, развитие успешной деятельности нашей фирмы, продвижение продукции на новых рынках автопрома, расширение спектра предоставляемых услуг, привлечение новых партнеров в сотрудничество с компанией «Адор Перспектива», также повышение квалификации персонала, не останавливаться на достигнутом уровне, что, в свою очередь, позволит нам производить и совершенствовать уже имеющиеся у нас наработки. Также необходимо отметить еще такой момент, что в нашей фирме на протяжении 20 лет очень сложились доброжелательные и хорошие отношения в коллективе. Желаю всем долголетия, процветания и завоевания мирового рынка с нашей продукцией под брендом «Адор». Хотелось бы также поблагодарить уважаемого Алексея Валерьевича за то, что он дает возможность сотрудникам в нашей фирме развиваться. Также все хотелось бы поблагодарить сотрудников, коллег, друзей за большой вклад, который каждый из нас внес в развитие нашей фирмы, частичку своей души. И результаты нашей работы мы видим не только в нашем городе, где у нас ходят маршрутные такси, трамваи в Самаре и в других регионах, куда мы экспортируем большое количество нашей продукции, уже завоем зарубежные рынки. Это Америка у нас, Малайзия, Нидерланды отправляли мы тоже посылки, во Вьетнам, то есть, я надеюсь, Германия. Так что скоро у нас еще будет расширяться наш рынок. Всего этого времени у нас очень сложились доброжелательные отношения вообще в наших микроклимат в коллективе и в нашей фирме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, процветание, что будет у нас очень много клиентов, и это поможет Алексею Валерьевичу и нашей фирме в частности заключать много хороших контрактов. С днем рождения, Адор! Уважаемые коллеги, уважаемые дилеры и клиенты компании «Адор», дорогие друзья, в юбилей нашей компании позвольте поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество и за то доверие, которое вы оказываете всем нам. Мы искренне рады, что наша продукция приносит пользу вам и вашему бизнесу. Я хочу вам пожелать, помимо крепкого здоровья, удачи и процветания, еще и бодрости духа. Пусть хорошее настроение всегда сопутствует вам. И что бы, друзья, ни случилось, никогда не унывайте и никогда не падайте духом. Берегите своих друзей и близких как самый ценный актив вашей жизни. Уверен, у нас все будет хорошо. С праздником, дорогие друзья!